Почему и за что пользователи социальных сетей обсмеяли работу тазалыковцев? 16 марта в столице прошел массовый субботник, где приняли участие представители исполнительной и законодательной власти. На субботнике также участвовал президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков, который отправился на уборку в Атабиит. Депутаты Бишкекского городского кенеша занялись уборкой в парке имени Асанова на Южных воротах. Сотрудники центрального аппарата мэрии Бишкека на субботнике очищали территорию Айни Чапаева. Остальные депутаты Жогорку кенеша занимались уборкой в центре города на бульваре Эркиндик. Тем временем пользователи социальных сетей обсмеяли работу тазалыковцев, подготовившим почти всю работу для депутатов для субботника, так как, по их словам, на бульваре Эркиндик и на Южных воротах субботник начался день назад, и то, что тазалыковцы уже провели так называемый субботник и очистили вышеперечисленные улицы. Работники Бишкек-Зеленхоза специально выкопали ямы и сделали разметку для посадки зелени, для того, чтобы депутаты не ошиблись и не посадили деревья не туда, куда надо. Акция возле мэрии против забитых маршруток. Сегодня, 18 марта, прошла акция против забитых маршруток. Народ собрался возле мэрии. Возле мэрии на остановке появились коробки с фотографиями столичных маршруток. В них изображены различные картинки и наклейки. «Тесно», «Мне неприятно», «Я хочу ездить, а не выживать», «Здесь как маршрутки» и так далее. Отметим, столичные маршрутки очень часто ездят в забитых людьми салонах, что и привело к такому исходу, когда люди начали выходить на подобные акции.